Трагедию Певцова не осознать люди приносят свои соболезнования. Никто не ожидал трагическая смерть сына обернулась для Певцова неожиданным финалом. Нашел свое успокоение. В 2012 году актер Дмитрий Певцов пережил страшную трагедию. Его сын, 22-летний Даниил, сорвался с балкона третьего этажа, Молодой человек ради шутки встал руками на перила балкона, но потерял равновесие и рухнул вниз. Травмы были настолько тяжелыми, что Даниил скончался в реанимации. Жизнь певцова разделилась на до и после, артист не находит себе места от горя и тогда пришел в церковь. До несчастья ходил формально, жена с собой брала, ничего не понимал, что там поют, выдерживал, пока это закончится и все. Каждый по-разному приходит к Господу, рассказывал актер в интервью. После обретения веры Дмитрий Певцов воспрял духом и сосредоточился на воспитании младшего сына Елисея. Говоря о том, почему они разрешили Елисею покинуть кадетское училище, Дмитрий Певцов дал понять, что все это они обсудили на семейном совете и сошлись во мнении, что их сын будет учиться в простой московской школе. «Я пытаюсь сделать из него патриота, а патриот – это не человек, сидящий на диване. Чтобы любить свою родину, нужно знать ее историю. У меня сын смотрит советские фильмы и знает много из того, что не знают его ровесники. Стоит отметить, что на днях народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов провел в Ярославле мастер-класс. В Ярославской области продолжается реализация проекта «Школа авторской кинорежиссуры» Николая Бурляева при поддержке Фонда культурных инициатив. Сегодня для слушателей школы и поклонников народного артиста прошел творческий мастер-класс. Перед широкой аудиторией выступил Советский российский актер театра и кино, певец и музыкант и педагог Дмитрий Анатольевич Певцов. Проект содержит встречи и мастер-классы с известными артистами и режиссерами. Рост интереса к киноискусству, как к профессиональной деятельности, с каждым годом возрастает, отметила директор Департамента культур Ярославской области Марина Васильева. В течение трехчасовой встречи поднимались самые разные вопросы о профессии артиста, ее сути и предназначении, о современном кинематографе, советском наследии России и патриотизме. Культура сейчас находится в сфере национальной безопасности, массовая культура – это сильнейшее оружие, новое поколение режиссеров, актеров и так далее, оно необходимо, отметил Дмитрий Певцов.